Всем привет, дорогие друзья. Я вообще-то не собирался записывать, потому что в последнее время контента достаточно. Но, как говорится, пока прет, надо снимать. Так что я решил заснять аимку. Тем более, что кто-то там просил аим. И вот, в общем-то, я тут. В прошлой игре набил 130, в позапрошлой 100, так что... Надеюсь, тут все будет норм. Так, я весь чат выключу, потому что я не хочу отвлекаться на чат еще сверху, помимо игроков. Хоть попал. Бам. Надо перезаряжаться по фастику и вываливать. Пум. Ай-яй-яй. Ну, можно было, можно. Так. Попал в шлем кому-то. Ой, вообще не того убил. Я сейчас этого завалил. Нет, он убежал. Ладно, хрен с ним, пусть играет. Хоть и обходит. Я обычно пишу, чтоб таких кикали. Да ладно, хрен с ним, пусть играет. Бам! Вы это видели, ребята? Вот это я ему вмазал. В общем-то, сейчас 5 утра, я еще не спал. Сидел. Ну, пока мне там рендерил видео, все дела. Заливал его на YouTube, потом еще. Не знаю, как-то спать не хочется. Так. Ну, как хочется, но не до такой степени, чтобы идти прям уже вообще спать. Наверное, сейчас пару каточек и повалю. Насчет того, что я как-то быстро апаюсь там и так далее. Я не так уж и быстро апаюсь, если посмотреть по киллам, да, сколько я сделал, то, допустим, ВЛСПД, да, у меня в клане, он тоже леет 3, по-моему, ну, почти леет 4. Так вот, у него ровно столько же фрагов. Где чувак делся? Мне что, показалось, что он пробежал? Так, ай, патроны, как обычно, не вовремя. Ты вообще отвали. Па-бам. Так, ищем. Патрончики уже заканчиваются, это минус ВЦГ калаша, что у него всего лишь 30 на 60. В общем-то, всего 3 обоймы. Что очень, как, ну, по мне, это очень мало. Хотя, ну не знаю, для КВ, наверное, сойдет. А вот для выживания, ну, маловато, наверное, будет. Тем более, если ты один из тех, что может там долго продержаться, то да. Тебе их, может быть, будет мало. Так. О, попал наконец-то. Этот тоже не составило труда его забрать. Ой. Сори. Чувак, я типа не хотел. Упс. Ты что, вообще такой бешеный на меня так вылетать? Это может плохо закончиться. Ай-яй-яй. Последнего я не выключил. А было бы, конечно, по красоте. Бам, нахрен. Баскетбол ногой? На нахуй. Или как это видео. Пупучайна. Меня кто-то подпер. Солдат РФ. Хорош, красавчик. Я прям, блин, увидел, как я в него прям влез. Влез, точнее, да? Сегодня был прикол на Мехико. Куры на точке А, знаете, да? Ну, курятник обычный. За контрол. Так вот, я стал там в курятнике между гробами, в самом именно курятнике, и тип такой пытался вломиться в них, и что-то, короче, влип в меня, и тупо стоял, тыкал. О, комбецка. Бам, нахрен. Так, еще справа тип нету, слева, ну пофиг. Уже 55 киллов, это норма, неплохо. Так что сейчас, возможно, наковыряем и побольше. То лагер, в него можно даже не стрелять. А вот этого надо забрать. Так. Этот. Сзади нету. Этого убили. Апс. Ай-яй-яй, где я умер? Я уже, блин, рассчитывал, что я зайду в спину налево. И дам там хотя бы еще парочку ваншотов с диглеца. Но, как говорится, не срослось. Так вот, чувак, Сэмка, не знаю, на что он тут вообще надеется.
Но что вообще на имя чуваки с МК надеются, я не знаю, у всех же сейчас шлемы есть. Это не 2010 или когда там не было шлема, или даже когда он был, то был не у всех. Так, какие-то начинаются тут залаги. О, 74-й калаш. Лол. Сейчас еще дам. А нет, не дал, 84, снял одному. Так бы снял бы ему сотку, конечно, с обычного калаша. Так, я тебя слышал, чувак. Вылазь уже. Боже, мне такие постоянно пацаны нравятся, которые умудряются выйти и еще и убить меня. Непонятно как, конечно. Так. Да боже. Разменяли меня, конечно, неплохо. Ничего, мы сейчас сосредоточимся и дадим побольше. Больше, мы хотим больше киллов. Так, надо срочно либо перезаряжаться, либо менять пушку. Думаю, что поменять пушку тут не будет у меня вариантов, а вот перезарядиться можно, конечно. Ладно, надо на эту сторону чекнуть. Да боже, я думал, я ему попаду. Долго я его очень убивал. Но все равно, главное, что убил. Главное, что меня не сразу там забрали, и это, наверное, главное. Опять чувак с эмкой, не знаю какой, блин. Я бы уже ее сменил или выкинул бы. Так, бам. Ой-ой-ой, тут еще тип. Ну и мой же прям сзади него. Ну вот же ты, чувак. Как же ты так пропускаешь, а? Пропуская, ты тупо подставляешь. Так, уже 80 киллов. А еще 5 минут игры. Ну, может быть, 120 где-то, может быть, даже 130 бахну. Так, бам, нахрен. Бам. Бам. Калашик. Ай-яй-яй, не поменял калаш. Да. Был бы дигл, не знаю, поточнее, или было бы у меня в нем пулек побольше, я бы, наверное, вообще тут раздавал. Что-то так все поумирали быстро. Так. Ну, это, конечно, было понятно, что они там оба умрут. Стали так друг за другом. На, не прыгай, чувак. Я же попал этому, нет? Вроде же тупо попал. Че там, 90 киллов? Ну, не знаю, на рекорд все равно не вытащу. Хотя, всякое может быть. Если сейчас по-жесткому попрет, то все возможно. Ух ты, что ты тут делаешь, чувак? Ну, где же? Блин, я еще 74-й, блин, ухватил. Ну, что за бред, а? Что за чайка там бегает с ним? Еще, блин, не знаю. По-моему, нет смысла даже сейчас брать какое-то другое оружие, кроме КФС-набора. На нахрен. Выключили меня. Со снайпы очень кумарит иногда, что пацаны бегают со снайперками. Воу. Воу-воу. Полегче, парень. Так, боже, вот это мне вообще не нравится. Тип мой был наверху и все равно дает проходить. Конечно, это иногда просто стопорит, вводит в шок. Потому что ты там просто его не ожидаешь увидеть. Не знаю, небольшой какой-то расчет на тиммейтов. Все равно он присутствует. Хотя я, конечно, уже давно понял, что на них нельзя опираться, но... Все равно как-то, когда ты бежишь налево, ты рассчитываешь на то, что тип тебя будет прикрывать справа, а он, если там, не знаю, профукал, то тебя тупо убивают. Так, того слили. Сейчас этого еще... Все, не красный. Ну, хоть выходи теперь. Так. Бам. Баскетбол ногой. Так, не взял. Меняем ствол. Делаем минус 3. Да, хорош. Так, вот тут типы сейчас будут выбегать. Надо залезть вот сюда. Дал минус. Так, отлично. Сюда чекаем. Бам. Опа, ты куда? Куда вы лезете? Вы что, больные вообще? Ой. На! Лол. Не попал. Этому попал. И этому попал, лол. Лау! Ай-яй-яй, почти! Вы видели это? Почти, почти. Последнему попал бы. Пиксель не довел. Чутка. Бам, ух ты, опасный пацан.
В общем-то, уже 120 фрагов. Ну, неплохо, неплохо, я бы так даже сказал. Там кто-то на лагах на каких-то перелетает через полкарты. Так. Бабам. Ай-яй-яй, хорош. Сэмочки меня потушил. Уже 125. Ну, я думаю, мы тут, если поднапряжемся, то дадим 140. А рекорд у меня 145, по-моему. Но я не думаю, что на рекорд я выйду. Потому что тут меня сейчас убьют. Если не убьют, то дам еще минуса 3 где-то. Так. Да, убили, и то через прострел. Ну, хп просто было мало. Именно этим им и повезло. Так, где же все? Где пацаны? Был такой напор пацанов, а сейчас никого нет. Куда делись-то? Так, умирай. Бабам. Наверное, этот аккаунт теперь забанят за подруб, да? Скажут, что я этот подрубаю. Типа, да? Типа, у меня подруб на видео просто не видно. А так, я типа по-любому подрубатор. Читер там, все дела. Всю жизнь играл с читами, а не на скилле. Так. Ой-ой-ой. Как же меня жестко выносят. Уже 140, боже, давай, еще 6 скиллов. Блин, плиз. Бам. Их еще 145, лол, не сделал свой рекорд, не побил. Ну да и ладно, ребят, всем большое спасибо за просмотр, ставьте палец вверх, надеюсь, скоро я побью свой рекорд. Всем большое спасибо, всем